Минфин планирует одолжить свыше 230 миллиардов гривен. В специальный фонд предполагается привлечь средства от международных финансовых организаций на сумму 17 миллиардов гривен. Об этом говорится в утвержденной программе управления госдолгом на 2018 год. Министерство финансов Украины планирует в текущем году разместить долговые инструменты на почти на 232 миллиардов гривен, в том числе на внешних рынках, на 108,2 миллиардов гривен, или 46,6%. Об этом говорится в утвержденной ведомством 31 января и опубликованной в четверг программе управления госдолгом на 2018 год. По прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты, 55,1%, среднесрочные инструменты будут составлять 31,9%, краткосрочные инструменты – 12,9%, говорится в сообщении. В Минфине добавили, что в специальный фонд предполагается привлечь средства от международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы на сумму 17 миллиардов гривен. Как сообщал корреспондент НЭТ в ноябре 2017 года, прямой государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,05% или на 0,04%. МЛРД до 76,33 миллиардов. В национальной валюте госдолг возрос на 0,74% или на 15,06 миллиардов ГРН до 2,062 ТРЛН гривен. Напомним, за 5 лет Украина должна выплатить почти 30 миллиардов, в частности, на основные выплаты будет направлено 18,78 МЛРД, на проценты 9,9 миллиардов. По материалам сайта news.com.